Приветствую всех, с вами канал Автоток. В данном видео речь пойдет про штатную магнитолу на Kia Rio K2 для модели 2017 года. Выполнена данная модель в пластике черного цвета, глянцевый. Вот повторяет форму головного устройства, специальные крепления, как на штатной магнитоле, то есть с установкой проблем не возникнет. Подключение pin-to-pin, там специальные фишки, я вам в конце их покажу. Вот, экран 9 дюймов, сенсор емкостный. Современный. Вот по характеристикам здесь у нас стоит 8 Android, 4-ядерный процессор и 1 гигабайт оперативной памяти. То есть довольно стандартная конфигурация, но при этом на современном Android довольно производительная. Присутствует из приложения радио, такое стандартное андроидское, эквалайзер для настройки звука, аудио-видеоплеер. Поддержка большинства форматов как аудио, так и видеофайлов с внутренней памяти, с внешних носителей типа USB-флешки. Вот. Также имеется GPS-навигация, то есть можно установить приложение на Viettel, там Яндекс, Google карты, поставить GPS-модуль, и все будет работать. Bluetooth, поддержка hands-free гарнитуры, смартфонов и других устройств типа тех же OBD-адаптеров, которые работают по Bluetooth с Android. Так, настройки кнопок на руль, тоже есть обучение, здесь несложно, в принципе, разобраться. Вот, имеется, кстати, подсветка у кнопок боковых, которые сенсорные. Она может настраиваться с помощью данной утилитки. Play Market, Chrome, ну, стандартный набор приложений для андроидской магнитолы. Ну, магнитоль на андроиде. И даже есть программка TorQ, это вот для тех же OBD-адаптер, про которые я говорил. Можно делать диагностику автомобиля очень легко. Вот, вот такая вот магнитолка, в принципе. По гарантии 12 месяцев она качественная, хорошая, вот. Отправка у нас по всей России имеется, транспортными компаниями, Почтой России. Оплата есть наложен платежом, то есть для вашего удобства. И также есть отправка по странам СНГ. По комплектации идет у нас сама магнитола, вот они фишки, точнее лазерфишка. USB-провода, вот здесь один подключен. Вот второй в комплекте. AUX. Они подписаны, тут под аудио, под видео, под сабвуфер есть, то есть с подключением тоже проблем не возникнет. И GPS-модуль с Wi-Fi антенкой усилителем. Ссылка будет в описании к видео на магнитолу. Если какие-то вопросы интересуют, оставляйте их в комментариях. Спасибо за просмотр. Пока-пока.